центральной мечети Махсуба приходит как на работу. Даже самые лютые морозы с ребенком на руках женщины выпрашивают у прохожих мелочь. Мать троих детей рассказывает, что вынуждена зарабатывать таким образом. Муж не зарабатывает, нам очень трудно, снимаем квартиру, дома очень холодно, дети и я болеем. Среди профессиональных попрошаек встречаются и несовершеннолетние. Всего за один месяц в Центр временной реабилитации детей поступило 88 ребят. 20% из этих детей зарабатывают на жизнь уличным бизнесом. Самое страшное то, что в малолетних нищих детей превращают их собственные родители. Мы только проводим разъяснительные работы. Другие меры мы не можем предпринять. Это не в нашей компетенции. Привлечь к ответственности таких горе-родителей пока сложно и полицейским. Специалисты говорят, что в законе такие нюансы не предусмотрены. А потому юные попрошайки продолжают оккупировать центральную часть города. В управлении миграционной полиции говорят, что в так называемых хлебных местах стоят в основном местные.